Всем привет, друзья! С вами Константин и компания «Стройгарант Анапа». Сегодня мы с вами находимся вновь в коттеджном поселке Морской на улице Цветочная. Хочу сделать вам вот такую презентацию. У нас на улице Цветочной тоже сегодня уже выведены стояки под газ. Полностью уже скоро будет в каждом доме в нашем поселке производиться газовое подключение. Но хочу заострить вам сегодня внимание вот на этот прекрасный дом. Дом 70 квадратных метров, который у нас находится на улице Цветочной, 35. Он еще пока есть в свободной продаже. И вы можете быть обладателем такого прекрасного дома. Дом у нас получается одноэтажный, две спальни на первом этаже, кухня, зал и санузел. Он очень прекрасный для тех, кто хочет быть здесь вдвоем со своей любимой. И этот дом именно для вас. Давайте посмотрим полностью его планировку внутри вместе с вами. Пойдемте. Друзья, данный дом находится на земельном участке в 6,4. Он полностью, как вы видите, облагорожен, и фасад у него составляет 20 метров, а длина такого участка 32 метра. Получается 20 на 32. При входе мы увидим, здесь у нас полностью выведен колодец для центральной воды. Там стоит водомер. И вот здесь располагается у нас септик дренажный на 8 кубов. Поэтому дом полностью оборудован всеми коммуникациями. Свет 15 киловатт, центральная вода, газ и септик на 8 кубов. Пойдемте вовнутрь дома. Дом у нас выполнен в караеде. Это фактурная штукатурка. Надежная, практичная, удобная. Мы попадаем с вами в такую прихожую, которая составляет 3,8 квадратных метров. Здесь оборудованы теплые полы для того, чтобы, когда вы пришли зимой, осенью или весной, у вас ноги ощущали комфорт. Также устанавливаем радиаторы. И имеется такое окно. Оно более придает света в данной прихожей. Далее мы с вами попадаем в такой прекрасный холл, который у нас составляет 6,25 квадрата. Это вот здесь. Откуда мы можем попасть? В комнату одну, во второй санузел. Но давайте по отдельности разберем каждую комнату. Данная комната имеет 11 квадратных метров. Она полностью оборудована хорошими розетками, полностью под выход под телевизор, радиаторы, стеклопластик двухкамерный. Друзья, в каждой комнате у нас обязательно есть выход под сплит-системы. Это для того, чтобы можно было комфортно установить в любом месте сплит-систему, где вы захотите. Пойдемте дальше. Друзья, данная комната у нас побольше, чем предыдущая. Она у нас почти 15 квадратных метров, где располагаются также у нас радиаторы, окно двухкамерное. Все полностью есть у нас розетки и выход под сплит-систему. Она уже готова также для того, чтобы здесь уже можно было расставить мебель. Двери мы используем вот такие вот светлые, практичные, эко-шпон. Они очень зарекомендовали себя. Далее, без чего не может обойтись любой дом, это санузел. Он у нас составляет 6 квадратных метров. Как вы видите, полностью он уже у нас покрыт плиточкой. Пол здесь тоже имеет теплое основание для того, чтобы нашим ногам было уютно по нему ходить. Здесь полностью есть все выходы под санузел, под ванну, под душевую кабинку, стиральная машинка. В общем, все для того, чтобы мы могли здесь расположить все самое необходимое. Пойдемте дальше. Далее, друзья, мы попадаем с вами в такую прекрасную кухню-гостиную, которая составляет у нас 24 квадратных метров. Кухня у нас вот так вот выделена, это плиточкой. Под ней тоже теплый пол. Несмотря на то, что у нас есть теплые полы, мы все равно устанавливаем дополнительные радиаторы. Это в каждом нашем доме и в каждом проекте. Также у нас есть выводы уже полностью под котел. И вот такие как бы гребенки, она идет для того, чтобы насос мог продавливать теплые полы в данном доме. И выход на террасу. Да,
Данная терраса у нас имеет 21 квадратный метр, откуда можно очень прекрасно и замечательно наблюдать за своим огородом, за своим садом, который в будущем, я уверен, что вы его здесь уже посадите. Поэтому, если у вас есть к нам какие-то вопросы, вы можете писать ниже под видео, звонить в отдел продаж, и мы обязательно ответим на все вопросы. На данный дом очень интересная и хорошая цена. Вы ее можете увидеть ниже под видео. Ну и также для каждого нашего клиента есть такое предложение, от которого вы не сможете отказываться. Звоните нам, уточняйте все интересующие вас вопросы и будьте в курсе всех событий. С вами был Константин и компания «Стройгарант Анапа». Всем пока, до новых встреч!